костяк. В жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди, и Ленин так... Снимаем. А мы находимся в Ульяновске, городе, где родился Ленин и умер быстрый Wi-Fi. В сегодняшних новостях мы узнали, что матч Кубань-Волга – это едва ли не главное событие года. Давайте узнаем у прохожих, так ли это. Какой сегодня день? Среда. А что сегодня должно пройти? 80-летие университета. А, насколько я помню, сегодня, значит, день памяти Гончарова. По телевизору сказали, что сегодня будет просто явление года для Ульяновска. Как вы думаете, что сегодня произойдет? Концерт, может быть, какой-нибудь будет. Вы знаете, что сегодня случится? Сегодня начинается новый сериал по НТВ. Мы надеемся, что будет сегодня аншлаг, потому что игра очень интересная. Встречаются две интересных команды. Это «Волга» и «Кубань». Да. С «Кубанью» играет наша «Волга». А кто главная звезда? Сафин. Хороший. Марат? Да, да. Теннисист который? Да. Ну, думаю, поддержка будет такая мощная. Ну, в принципе, «Кубань» – это неплохая команда так. Мне нравится, как они играют. Из 726 ульяновцев, которых мы спросили в городе, какое сегодня главное событие, а матч сегодняшним знал только один. Отсюда можно сделать вывод – болельщики сидят дома и не ходят по улицам города.